В Омске преподаватель технического университета обвиняется в получении взяток. Как установили оперативники, доцент кафедры логика за деньги давал возможность реабилитироваться нерадивым студентам. Получение взяток он завуалировал таким образом, что студенты, которые имели задолженности, те, которые плохо посещали занятия, он, зависимо от того, что сколько там пропуска и все прочее, он предлагал им приобретать у него методические рекомендации по сдаче этой дисциплины зачета. Она по себестоимости где-то максимум стоит от 50 рублей до 100. Он же брал с каждого студента по 500 рублей. И в зависимости, если там много задолженности, даже 1000. В портфеле у доцента всегда лежало несколько методичек. Учебное пособие было разработано кафедрой, но продавал брошюры подозреваемый как свои. И деньги убирал тоже в свой карман. Заведено 3 уголовных дела. Установлено 9 фактов получения взяток. В ходе дальнейшего расследования количество эпизодов может увеличиться до нескольких десятков. Сейчас следователи устанавливают, сколько времени преподаватель торговал методичками и на какую сумму успел обогатиться. Известно, что пока 50-летний доцент продолжает вести занятия в ВУЗе. Если его вина будет доказана, научному сотруднику грозит штраф в 40-кратном размере от суммы взятки и лишение свободы сроком до 7 лет.